Гордость способна разрушить жизнь каждого. Библия говорит, погибели предшествует гордость и падению надменность. Интересно, что дальше он говорит, лучше смириться духом с кроткими, нежели разделить добычу с гордыми. Гордость – это то, что разрушает наше сердце изнутри. Нам необходимо смотреть за своим сердцем, потому что на самом деле лучше быть смиренным, лучше смотреть в свое сердце, для того, чтобы наша жизнь шла от славы в славу с Господом. Благословений вам, дорогие, и пусть на самом деле смирение, божественное благоволение сопровождает ваши дома и семьи. Аминь.